самый бедный район. Ой, яма. Ремонтируют посолы, то есть мопеды. Посол это мопед.
отпуска. Этим забором банкомат, который никогда не работает. И почти никогда не работает. Пару раз там снимал деньги. Сейчас будет 6 подряд лежачих полицейских. Раз, два. Аренда квартир, это машин. Еще один полицай, еще один отель. All inclusive. Mamma Guieve! Yeah.
$1 там продают по 37 песо, на самом деле он стоит 44. Не наебанный турист, не настоящий турист. То же самое, что у нас в Одессе. Я поговорю с Клаури, чтобы знать, если она тебя... Клаури дома? Ну, она сейчас работает. А вечером будет дома? Да, вечером она будет там. Окей. Дай мне немного денег, чтобы у меня было. Ну, хорошо, не понимаю. Дай мне 200 песо. 200? 200. Немного, это $4. Это не для сигаретов. Это на завтра. Я тебе верну намного больше, ты знаешь. Ну я знаю, это не поэтому. Не только что, если это, чтобы кушать, это не проблема. Я куплю еды. Пока, договорились. И кино снимаю. Вернись. Ну что? Привет передай моей жене, детям. Привет. Я говорю по-русски идеально. Но я так, идеально но, говорю по-русски. Но с акцентом, чуть-чуть, я все понимаю. Ну, ля-ля, конечно, табаля, я давай. Американец, давай. Спасибо. Тормози! Куда вы едете? Поехали, мочится, давай. Поехали. А? Да. Что? Феликс? Ой, что сделал? Пускай ищет. Подожди. Сейчас, по идее, должен приехать полицай и что-то там делать с протоколом каким-то. А ты что делал? Похерим. Ну, сделали полицейский репорт. Или рапорт. Что это такое? Похерим. Зачем? Ну смотри, сейчас по идее должен проехать полицай, а я не вижу, я буду в Вероне. Ты написал заявление? Ничего.